Привет, друзья, с вами Флок. Мы сегодня посмотрим с вами новое видео с канала Purple Universe. Ну как новое, 2 числа вышла история Ким Намджуна. Давайте посмотрим. Я не знаю, я еще не все видео с этого канала посмотрел. Есть ли там истории других участников, не знаю. Который был зол за несправедливость, за особое отношение к некоторым и унижение других. От мальчика, который пытался доказать всем, на что он способен. Который обращался к обществу, чтобы те открыли свои глаза на очевидные вещи. До взрослого, зрелого мужчины, который дает надежду другим людям через свою музыку. Человеком, подающий свою руку помощи и призывающий всех любить себя, несмотря ни на что. От рэп-монстра к реальному себе. Отличное видео, как и обычно. Во время просмотра, ну, блин, просто рот открыть лишний раз не хочется. Вот я не знаю, если ты это когда-нибудь заметишь, да, вот это, ну, автор этого канала, выпускай ролики почаще. Выпускай, это прекрасные ролики. Я понимаю, что тяжело это все делать, это не реакции. Но выпускай почаще обалденные ролики. Ладно, всем спасибо, друзья, за просмотр. Я даже в такие моменты себя чувствую как-то, знаете, как будто я что-то не доделал, что-то не сделал, потому что я весь ролик сижу и просто смотрю и не могу сказать ничего. Не знаю, может быть, это и хорошо, может быть, это нет. Но вот когда я смотрю такие ролики, ну, действительно, ну, ничего неохота говорить, абсолютно ничего. Ладно, всем спасибо еще раз за просмотр, с вами был Флок, пока-пока.